Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Муж видит во мне соперника. Я придерживаюсь мнения, что в семье нужно друг друга поддерживать, быть супругом партнером. У мужа другое мнение, хочет руководить с помощью манипуляций и капризов, лидерскими качествами не обладая. В итоге отношения очень плохие. Он старается мне дать критику, обесценивать мою работу, образование, успехи, внешность и т.д. Хотя на работе был конфликт с коллегой, заявил, что это из-за моего несносного характера. Хотя даже директор организации меня поддержал при случайной встрече, обратился с словами, что в курсе ситуации полностью на моей стороне. Меня такое отношение обижает. Можно ли гармонизировать семейные отношения? Когда мы не вместе, я думаю о нем с теплом, но когда рядом, очень некомфортно психологически, ссоры и скандалы. Он делает попытки помириться, но мне очень сложно выносить его такое отношение. Итак, сразу должен сказать, что пока у вас есть обида, и пока вы обращаетесь со своей обидой так, как обращаетесь, гармонизировать отношения не получится. Не получится именно потому, что обида будет на, влиять на ваше поведение и, соответственно, ничего не выйдет. Итак, муж видит во мне соперника, пишите вы. Ну, очевидно, у мужа такой взгляд, что мужчина должен быть главным. Вы пишете, я придерживаюсь, что в семье нужно друг друга поддерживать, быть супругом-партнером. Это верно. То есть, как бы, у него своя позиция, у вас своя. Как вы сошлись-то? То есть, кто-то же, наверное, выступил, раз вы вместе. У мужа другое мнение, он хочет руководить с помощью капризов и манипуляциями, лидерскими качествами не обладая. Но вот то, что вы говорите про то, что у него нет лидерских качеств, это больше похоже на уже вашу обиду. Потому что даже если у него нет, по вашему мнению, лидерских качеств, это не означает, что их нет вообще. Более того, лидерство без манипуляций невозможно. Лидер всегда манипулирует. Поэтому я бы сказал, что манипуляция – это и есть одно из проявлений лидерских качеств. Когда лидер не манипулирует и имеет возможность быть лидером, это не про лидерство. Это про авторитет, про авторитарность больше. Понимаете, да? Разница. В итоге отношения очень плохие. Да, но какой вклад делаете вы в эти плохие отношения? Я повторюсь, вы разные, у вас разный взгляд на семью. С точки зрения гештальт-подхода, я бы не сказал, что вы можете быть вместе. При условии, что никто из вас не захочет идти на компромисс. Поэтому мой к вам вопрос заключается в том, а хотите ли вы идти на компромисс? Он старается меня задеть критикой, обесценивать мою работу, образование, успехи, внешность и т.д. Он это делает, чтобы вас принизить. Да, потому что он, ну, считает, что мужчина должен быть главным. И вопрос в том, как вы на это реагируете. Понимаете, чтобы понять, как поступать, чтобы понять, как на это отвечать, да, как откликаться на это, нужно понять, что происходит с вами. Вы говорите, он старается меня задеть, но судя по тому, что вы пишете, что вас такое отношение обижает, он не старается, он задевает. Тут дело не в том, что вы хотите быть партнерами, а дело в том, что вас задевает его критика. То есть это вопрос вашей уверенности в себе и самооценки, которая страдает. Из этого вытекает следующее. А не потому ли вы хотите быть супругом-партнерами, что несколько не уверены в себе. Далее. Когда на работе был конфликт с коллегой, заявил, что это из-за моего несносного характера, хотя дальше директор организации меня поддержал. Здесь попытка найти опору. Но опору найти в других людях, не в себе. То есть вы приводите в пример даже директор.
помимо того, что здесь есть мотивы разные, то есть и у мужа, и у директора разные мотивы, чтобы к вам относиться как-то. Так вот, помимо этого, здесь ваше стремление к поддержке. А из-за чего конфликт с коллегой был? Вас он задел, какой вы вклад в конфликт внесли? Знаете, партнерство — это не конфликт, не конфликтность. Пока что два проявления партнерских отношений у вас оборачиваются конфликтом. Конфликт с мужем, конфликт с коллегой. А хорошие у вас те, кто с вами соглашается. Даже директор. Так это про партнерство? Разве? В этом мне видится как раз-таки тоже претендентство на лидерство с вашей стороны. Что я должна быть права. Партнерство — это не про права. Партнерство — это про принятие человека. Если вы считаете, что муж не прав, вы уже с ним не партнер. Понимаете? Другой вопрос. Можете ли вы принять его позицию? Можете ли вы принять коллегу свою? Это уже другой вопрос. Дальше. Меня такое отношение обижает. Вновь не про партнерство. Потому что у вас есть ожидание, что он будет вести себя по-другому. Равно как и мужа. У мужа есть ожидание, что вы будете вести себя иначе. Оксана, чем больше вы пишете, тем больше я склоняюсь к мысли, что муж видит вас соперника, потому что так же, как и он, вы стремитесь к лидерству. Только вы облекаете это лидерство в партнерство. И это неплохо. Но лучше бы вам признать, как оно есть на самом деле. Можно ли гармонизировать семейные отношения? Да, можно, если люди хотят меняться. Если люди хотят идти навстречу друг другу. Вот вы хотите идти навстречу мужу? Хотите его принять? Тогда нужно работать с обидой. Когда мы вместе, думаю о нем с теплом. А что вы о нем думаете? У меня появилось ощущение, что когда вы не вместе, вы думаете не о нем, а об образе его, который сами придумали. Но когда рядом, очень некомфортно, ссоры, скандалы. Да, но вы вносите вклад в эти ссоры и скандалы. Вообще, я бы рекомендовал вам здесь изучить психологическую игру «Скандал». «Скандал», она так и называется, «Скандал». Изучить. Это будет полезно. Он делает попытки помириться, но мне очень сложно выносить его такое отношение. И вновь у вас есть выбор. Или не выносить такое отношение и признать, что вы с мужем не подходите друг другу. Или поработать над тем, чтобы такое отношение вас, ну как сказать, не задевало. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.